Ну что, давайте пробовать искать нашу русалку. Так, что нам нужно? Нам нужно с вами взять вот эту вот штуку, один свиток и использовать, да? А как его использовать? На четверочку? Нет, на пятерочку. На пятерочку. Все, у нас с вами есть 15 минут. А как нам нырять? Как нам погружаться? Ага, нырнуть под воду. Ля, сколько у нас здесь всего есть интересного. То есть на Ctrl мы с вами опускаемся. Да, и нужно будет потом найти с вами камень силы. Только где он тут находится? А где тут находится наша русалочка? Блин, прикольно, подводный мир. Если можно сделать, было бы здесь еще домик себе построить, да? Было вообще, наверное, шикарно. Так, давай искать русалку. Русалка, ты иди. Ну, по-любому она должна быть где-то здесь. Может, в самый низ нужно спуститься? Так же самое, первый раз это все делаю вместе с вами. Так что я без понятия, куда тут и что. Ага, тут нельзя, тут нельзя. Русалка. Ты где? Так, что нужно? Что мне нужно? Но русалку я здесь не вижу. Если честно. Так, ага, вон еще какая-то пещера есть. Либо проход, либо пещера. Давай попробуем туда. Во, мы отправились, отлично. Так, только у нас с вами 11 минут по времени. Я кирку могу достать? На шестерочку. А если мы вернем? С помощью кирки? Нет, мы тут ничего не можем достать. Ладно. Побежали. О, а ты кто? Булатная жила. Угу. Сейчас типа... Ля, манит нас лежит, да? А ты шо? Хорошо, сейчас, погоди секунду, я тут пособираю жилу. И подойду к тебе. Только никуда не уходи. Я по-быстрому. Так, В. Камушек. Кристальная жила. Но это по-любому нам нужно. Только долго что-то этот процесс весь идет. Наверное, из-за того, что у меня первый уровень этого кирки нашей, да? Интересно, а камень силы мы конкретно здесь должны будем найти? Или прям под водой? Надо будет с этим тоже потом разобраться. Так, а дай сюда, пожалуйста. Дай, дай камушек, дай. Не знаю, зачем нам камень. Возможно, мы сможем потом в дальнейшем с вами... Что-то строить с помощью камня. Да ты что, даже кроватка там есть ли? Ну все, сейчас расслабимся, ребят, с вами.
вместе с русалкой. Блин, единственное, хорошо, что разработчики не додумались добавить голод и жажду. Я просто не знаю, сейчас, если я не соберу это все, может у нас по заданию будет от русалки что-то другое, нас сразу выкинет отсюда. А хотелось, чтобы у нас уже сразу все это было. Сейчас, рыбка моя, погоди, погоди. Две секундочки. Две секундочки. Требуется ловкость 4 уровня. А у нас есть на ловкость что-нибудь выпить? Течение 5 увеличивает урон. Ага, это не то. Мудрость. Давай выпьем мудрость. Магическую силу восстанавливается. Это у нас силушка тоже на 2. А на ловкость ничего нет, да? Лечит отравление, ловкость, ловкость, ловкость. Жалко. Ну ладно, ладно. Давай последний раз. И подойдем к нашей мадаме. Что ты, мадемуазелька-то наша? Так, нырнуть не можем? Или можем? Так. Древнее что-то там кого-то мы добыли, да? А это что? Это Зюэта? Хочу Зюэта. Ладно, мадамка, иди-ка ты сюда к нам. А как к тебе подобраться? Алло. О. Это ж... Кто ты, незнакомец? А ты? Я... Я чую в тебе родственное, но ты не один из нас. Как это может быть? Да... Я и сам покамест не знаю, как это получается. Но хотел бы спросить тебя о водах здешних. Прильнула, говорится, кровушка с одной головы на другую, да? И теперь... Так уж и быть, спрашивай. Но за ответ ты на мне женишься? Да, без проблем. А может, рановато с этим? Первый раз видимся все-таки? Да, мы еще не знакомы. Но это поправимо, коли здесь останешься, со мной. Все, ребят, мы остаемся здесь. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока и до потом. Я остаюсь здесь жить. Увы, не могу пока что остаться. Пообещал я человеку одному помочь с бедой его. А до того остаться никак нельзя. Можно. Пообещал. Ну ладно, спрашивай, что хотел. А хотел я узнать, почему лишаки к реке камни носят, да запруды чинят? На коем это ума не приложу. А вот вам, жителям рек да озер, должно быть известно сие. А знакомец мой, мельник, он от этой реки жил да дело имел, и нет ему жития более. Нехорошо. Нехорошо, но как жить нам, незнакомец? Воды с каждым днем меньше, дышать все тяжелее и тяжелее. Вот мы и решили с сестрами водицу из реки сюда направить. Да и обратились к побратимам лесным, дабы не сгинуть вовсе. Ну, если не ошибаюсь, ты сейчас лежишь на камушке и дышишь кислородом, так что давай ты не будешь рассказывать мне. Как это воды меньше? Озеро-то, смотрю, того и гляди, через край разольется. А почему же дышать становится все тяжелее, незнакомец? Я не знаю, но по словам твоим понимаю, что и река вам не помогает вовсе. Но также понимаю, что и человек честный без реки на волю судьбы остается. И как быть нам, поведай? Может, все-таки уберете запруду? Она вам погоды не сделает, а с озером я что-нибудь придумаю. Обещаешь? Сделаю все, что в моих силах. Хорошо, я передам, чтобы убрали запруду.
Но и ты не забудь свое обещание. А ты что? Все, ребята, я таки извиняюсь. Но мне тут нужно будет с русалочкой кое-что сделать, так что все. Всем еще раз да потом. Так, ладно. Нужно теперь вернуться назад. Это во-первых. А во-вторых, нужно будет каким-то образом найти камень силы для нашего старца. И как это сделать, и куда нам нужно нырять, я без понятия. Так, я так понимаю, что... Все, с этим мы разобрались. Можем возвращаться, это задание мы с вами выполнили. Но я думаю, когда мы игру полностью пройдем, я все-таки вернусь к русалочке и стану с ней жить. Так, нужно будет вернуться и поговорить с человеком, который отправлял нас сюда, да? Давай смотреть. Так, бонжур. Все, по идее за пруда, по идее камушек тут быть не должно. Угу. А можно выйти, пожалуйста? Наконец-то. Все, можно возвращаться. Да, можно возвращаться. Сейчас, одну секунду. Побежали. Сейчас мы выполним с вами задание. Только я не помню, у кого мы его брали. Так, не у тебя ли мы его брали? Бонжур. Здравствуй, Ратмир. Так, работа кипит, поторгуем, сыграем. Говорят, ты клочным боем увлекаешься, как насчет напарничества. Оно? Говорят, ты кулачным боем увлекаешься. Как насчет напарничества в спарринге двое на двое? Я бы с радостью. Да не до этого сейчас. Пока жернова стоят, не смогу отвлечься. Понял. Ну-ка, ну, смотрю, работа кипит. А то чудом успел подпорки на колесе снять. Такой поток пошел, уже думал, колесо сорвет. Ну, теперь заживем. Даже не хочу спрашивать, как ты это сделал. Да уж сам не знаю, что сказать. Благо все разрешилось. Благодарствую. А это тебе за труды. Коли что, заходи. Всегда желанным гостем будешь. Спасибо тебе. Так, леши, хорошо, это задание мы выполнили. Что мы делаем? Правильно, сохраняемся. Сохранить. Теперь далее. Сейчас, одну секунду. Теперь нужно с вами будет в полночь выйти в поле с косточками. Вот сюда, да? Где у нас тут? Журнал. Сведения, задачи. Ящеры, камень силы. Добыть камень силы из пещеры под водой. Главное не забыть с собой кирку. Пещера под водой. Я пока без понятия нету. Так, за руку цап. Насекомая полуночница. Вот, отправиться на поле после полуночи. Надо бы проверить место сгоревшего избы, да? Это мы нашли? Нашли. Давай, наверное, мы переночуем вот в таверне до полночи. Вроде бы там можно это сделать. До полуночи поспим, потом пойдем на поле. Блин, где бы мне выносливость бы прокачать бы? Вот это было бы интересно. Привет. Приветствую. Отдохнуть до утра, отдохнуть до полуночи. Вот, отдохнуть до полуночи, отлично. Шикарно. Так, вы решаете привлечь около 100 сена. И по путешествии полчаса перед вами появляется призрак полуночи. Сынок. Сгинь.
Какой я тебе сынок, совсем что ли? Ага. Это что у тебя вот тут? Это? Писюн, писюн. Вот тут местечко одно неспокойное. Вот и не знаю, что делать. То ли огню предать, то ли волхвам отдать. Сынок, отдай! Отдам. Ежели ответишь, куда дело сына Залиславы, Милушу. Сказала, отдай! Нет, не отдам. Ля ты, падла. Быстро говори, где Милуша. Или я прям здесь сожгу останки сына твоего. Нет, пожалуйста. Я все скажу. Погребен. Под полом, в доме на севере от деревни. Верни сыночку, прошу! Надеюсь, не врешь. Вот, забирай. Коли обманешь, найду и изведу. Смотри у меня. Так, выкладите останки, хорошо. Нет, мы хорошие, теперь мы всегда будем вместе. Они уходят, да? А теперь мне нужно найти сынушку на севере в деревне в подвале. Север, деревня, подвал. Журнал заданий. Так. Найди Треслава. Заброшенная избе на севере. А где на север? Ну, по идее, вот это север. Вот это юг, да? Только перед тем, как его искать, нужно будет поспать до утра. Потом сохраниться и искать. Блин, нужно дом себе строить, чтобы я не бегал в таверну, не спал у них. Приветствую! Все, набрали с вами силушки богатырской. Пошлите искать, да? Так, пошлите искать. Только давай опять же сохранить, сохранить. Далее. Побежали, выложим сейчас наши камушки у кузнеца. И плюс у кузнеца где-то здесь за домом есть какая-то пещера. В той пещере что-то тоже есть, по заданию нам нужно. Так, камушки, давай мы камушки выложим, чтобы у нас место было 188, во, шикарно. Камень, наверное, ничего больше выкладывать не будем. Пошли. Заброшенная изба на севере. Так, вот типа за домом кузнеца здесь должна быть пещерка. Может, эту пещерку мы сможем как-то каким-то образом отыскать? Или где эта пещерка? Или она где-то тут, типа камушками заваленная? Так, журнал. Колодец. Исследовать пещеру за домом кузнеца. Где вы? Вот видишь, исследовать пещеру. Какую пещеру? Ну, дом кузнеца вот. За домом кузнеца это значит где-то вот тут, правильно я понимаю? А где тут пещера? За домом кузнеца. Угу. Ну дальше у нас там лес. Там, по-моему, пещер у нас нету. Иди мне найти подводную пещеру для камня силы. Кто мне скажет? 300 монеток — это хорошо. Так, это мы потом разберем. Честно, без понятия, где тут пещера.
за домом кузнеца. Ладно, пошлите малого поищем в заброшенном домике. Блин, может сюда и куда-то? Как думаете? Как вы думаете, ребятки? Может вон там? Может это север? Или это не север? Единственное, что тут не хватает, это компаса, да, тут не хватает. Было бы неплохо, если был бы компас. Вот это вот заброшенный домик. Просто не хотелось бы обыскивать полностью все дома, те, что есть у нас. А, вот он, и при этом участке пола вы находите вход в погреб. Спустившись, вы обнаруживаете мальчика. Это сын. Милушка, отлично. Живой. Пошли домой скорее. Пошли, Милуша. Идем, зайка. Мне за тебя сейчас денежку дадут. Пошли, пошли, Милуша, давай. Главное, Милуша, сейчас на грибочки тут не нарваться. На разные, которые за нами будут охотиться. Так, Милуша, а ты сможешь переплыть вот эту вот речку? Или нет? Ага, куда-то он бежит. Побежали. Все, все, отстань. Я Милушу домой веду. Давай, молодец. Во, умничка. Давай, побежали. Давай, Милуша. Домой, домой, домой к маме. О, умничка. Погоди, а вот и рак вот этот вот. Милуша, стой. Так, это еще кто тут такой вымахал? Ну и... Эй, оглох что ли? Тьфу ты! Оно еще и говорить умеет, однако. А это что у тебя в колешне там? Ну-ка дай сюда. Держи карман шире, мое кольцо! А говорить умею, потому что я не переросток безмозглый, а царь речной. Прям токи царь. Что-то не верится. А кольцо откуда у тебя? А Федора Сомкина? Что тебе расскажи? Конечно, царь. Я самый сильный в реке здешней. Ну ладно, поясняю. Сидел я, значит, у себя в реке. Спокойно сидел. И тут смотрю, плывет какой-то мужик в рясе. И сует руку в мою реку. Беспардонно и нахально. Ну я за ней яйц. Чтоб не повадно было. Есть у меня дельце одно к тебе. Отведи меня на гору, что рядом с озером. Дело там у меня есть. Очень важное. Сам-то забраться я не могу. А там получишь безделушка. А? Согласен? А чего ж сам не можешь? Ты ж... Че ты слушал только, тетя? Я самый сильный в реке. А там-то реки нету. Ну так что? Ну ладно, пошли, коли недалеко. Скажи, как будешь готов. Так, сейчас мы с тобой пойдем в реку. Погоди, сейчас мы только малого отведем. А ты никуда не уходи. Так, мелкий у нас живет, по-моему... Дождь, что ли, намечается? Где-то вот тут. Да, вот он здесь живет. Здрасте. Здрасте. Иди сюда. Вот. Милуша, братец, ты живой? Беляна обнимает брата и не заходит домой. Ура! Так, у нас уже 2000 монет. Все, давай. Милуша, ты мой. Отдыхай, я за раком. Так. Ну дай, 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 дай. Ё-моё. Ну давай. Ладно, падла. Пошли, куда тебе там надо? Идем на гору.
Запомни, самое главное в жизни – это построить раковину, посадить водоросли и вырасти 4 клешни. Жди здесь. Не понял. Нам нужно разделиться. Что ты от меня хочешь? Журнал заданий. Так, отправить кого-то. Колодец, насекомые. Тихомиром Яре поговорить, хорошо. Добыть камень, ящеры, насекомые, колодец, завершено. Провалено сведения. А куда? Ну мы идем с тобой или нет? Идем на гору. Идешь? А только на какую гору ему надо? Не на то, где мы с вами были, случайно тебе надо? Или на какую гору тебе надо? Может, там, где вот этот дед сидел, которому камень силы нужен? Если да, то нам в эту сторону, да, по-моему? Но это единственная гора, которая здесь есть. Да, давай, пошли. Это единственная гора, которую я знаю. Она вот тут находится, да? Бонжур. Идем. Просто если это не эта гора... Меня, подожди, куда ты побежал? Да, жду. Просто если не эта гора, тогда я без понятия, на какую гору. Меня, подожди, куда ты побежал? Давай я понесу. Так, ну мы тут все зачистили вроде бы. Здесь ничего не должно быть. Меня, подожди, куда ты побежал? Здорово, что там твои рептилоиды? Нормально. На эту гору тебе надо. Так, здесь мы быстро уходим. Меня, подожди, куда ты догоняй. Сейчас сделают куст тебе и все. Давай быстрей. Меня. Да жду ты. Жду. Так, нужно еще будет убить ящеров на севере. Все, на эту гору тебе надо. Или на какую гору тебе надо? Ну вот, гора. Прибыли! Забирай свою железку. Бывай, речной царь. Все отлично. Сейчас мы сможем выполнить с вами еще одно задание. Ку-ку. Это что такое? Что это такое? Можно сказать, ему не свистеть. Рак слишком долго засвистывал на горе, отчего в мире что-то... Что-то могло... Ага. Окейушки. То есть нужно за ним следить, да? Сказать, чтобы он не свистел. Блин, просто если я сейчас... Просто если я сейчас его не отведу, я не получу кольцо, не выполню задание. Ладно, давай попробуем. А это еще что? Эй, оглох что ли? Ты. Так. А ну... Держи карман шире. Прям токи царь. Что? А Федора Сомкина
Есть у меня дельце одно. А чего ж сам не можешь? Че ты слушал только, тетя? Ну ладно, пошли, коли недалеко. Скажи, как будешь готов. Идем на гору. Запомни, самое главное в жизни это построить раковину, посадить да. И вырастить 4 клешни. Идешь? Клешня. Блин, ну мы ж, по-моему, сохранились перед тем, как мы спасли малого, да? Это же задание уже выполнено. Если я не ошибаюсь. Я уже не помню. Завершено. Телега, староста, обучение, задачи. Полуночница. Найти Милушу в заброшенном избе на севере. Нет, мы там не сохранились. Ладно. Ладно, сейчас нужно будет опять вернуть Милушу. А вроде сохранялись. Ты идешь? Странно как-то. Вроде сохраняли же. А Милушу опять надо будет вернуть. Ну отстань, грибочек, отстань. Ладно, побежали наверх. Я думаю, он догонит. И нужно будет попросить его не свистеть. Ну, либо мы это задание реально выполнять не будем, потому что как-то... Как-то что-то тут не так. Я это чувствую, нас разводит. Я так понимаю, что когда рак на горе свистнет, это про это было, да? Слышь, Стрэндж, а ты можешь проследить за ним, чтобы он тут не свистел? Прибыли! Бывай, речной царь. Так. Так. Эй, ты чего развестился? Все, свистеть не будешь? Так, а здесь мы были, да? Здесь у нас русалка вроде была. Да. Ага, и нам нужно теперь вон туда. Мы же сможем тут спуститься? Уху. Да, сможем. Так, а камень силы у нас тут? Погоди. А давай мы на троечку выпьем. Посмотрим, может у нас тут пещера есть заодно. Свитков вроде у нас с вами хватает. Свитков вроде у нас хватает. Так что давай попробуем нырнуть. Тут, по-моему, где-то я пещеру, да, увидел с вами. Потом заберем малого. Да, вот пещера вроде бы. Если получится еще камень силы сейчас тут сразу забрать, то будет вообще шикарно. Походу не, да? Что-то мы забрали, древнее что-то кого-то. Где-то что-то кого-то, ага. Так, но нам все равно в ту сторону. Нам все равно в ту сторону. Так, это что здесь? Это просто песочек, да? Сможем пройти? Нет, не сможем пройти. Ладно. Всплываем. Просто возле какой пещеры нам нужно... Так, ну дальше там русалка. Дальше тут русалка. Здесь у нас что? Вроде ничего, да? Нужно будет искать.
Так, давай еще раз попробуем нырнуть. Посмотреть, есть ли тут что-то. Что может быть интересным. Не, нету. Тогда и без понятия, где нам камень силы искать. Ладно, сейчас вернем малого домой. В принципе, уже неплохо. Милуша? Да. Живой. Побежали. Пошли, пошли, Милуша. Пошли, я тебе барбарисок насыплю, пошли. Здорово. Слышь, а ты только Милушу не трогай, хорошо? Говорю, Милушу трогать не, нельзя. Что ты, Милуш, не испугался? Пошли домой, пошли. Да, давай, Милуша, оббегай. Я сокращу наш путь. Блин, где мне камень силы искать? Где мне пещеру искать? А где мне выносливость искать? Так, иди сюда. Иди сюда, Милуша. Вот где, вот, вот где твой дом. Сейчас подождем, пока малой прибежит. Ноги короткие, потому что... Потому что ноги короткие, долго бежит. Все, отлично. Теперь мы точно с этим справились. Теперь сохранить. Сохранить, сохранить. Давай еще раз попробуем. Давай. Все, да? Сохранили. А давай попробуем, знаешь, что сделать? Посмотрим, можем ли мы с вами построить себе домик на берегу реки. Ну, чтобы мы перетащили все туда вещи. Чтобы немножко обустроиться, так сказать. Сможем ли мы здесь с вами строиться? Вот тут бы было бы неплохо. Так, на четверочку нажали. Что нам нужно? Нам нужен фундамент. Ага, можем. Может, реально мы здесь на берегу с вами и построимся, как думаете? Море будет. Да, ну мы же с вами уже сохранились, так что, в принципе, можно будет сделать вот так. Отлично. Только что-то кривенько как-то, да? Или не? Ну? Что за бред? Почему? Полы. Полы на фундамент не ложатся? Или у меня просто закончились материалы? Ага. Ага, а как мне убрать это все? Если я захочу убрать, к примеру. Кто мне скажет? Это непонятно, да? Непонятно и некрасиво. Понял. Фундамент, стены. У нас тут есть стены. Не, что-то вообще не то. Да, что-то вообще не то, что нам нужно. Ладно, давайте, наверное, мы загрузимся обратно. Что-то какое-то строительство здесь не такое, да? Не такое, как нам нужно.
хотел домик себе построить, вот такой вот красивый. Ладно, ладно. Так, что у нас там дальше еще по заданию? Журнал. Журнал. Строительство. Угу. Удерживать shift плюс левое колесо мыши. Изменить высоту постройки. Что ни день, то приключение. Shift, левое колесико мышки. Так. Shift, левое колесико мышки. Ага. Так, давайте, наверное, я без записи попробую разобраться с этим всем фундаментом. Можно крутить, да? Можно крутить. Зажать shift. И можно фундамент ниже, выше. Ну, допустим. Допустим. Нужно, чтобы оно соприкасалось просто. Насколько я понимаю. Ну, чтобы типа соединилось, правильно? Во. Еще раз. Походу ровно. Да, вот теперь ровно. Хорошо. Тогда я же говорю, сейчас я по закадрам построю себе домик, потому что это будет реально очень долго и нудно, пока я тут размещу. Пока подобывая дерево, может даже не получится полностью все построить. Сделаем, я думаю, где-то на берегу реки это все с вами, да? В поле как-то не очень сильно будет красиво строиться из-за того, что тут люди... как бы занимаются. Можешь реально где-то либо здесь построить домик, либо вот сюда вывести его. Посмотрим сейчас. Да, наверное, там отдельно сделаем себе огородик. Может, если заборщик есть, заборщик поставим. И здесь будем его с вами. И будем здесь его с вами все делать. Блин, только сундучок этот мне мешает. Ладно, все. Всем спасибо за просмотр. Будет вот такая вот коротенькая серия. Да. Следующую уже начнем с того, что пойдем выполнять дальше задание. Нам нужно будет с вами найти насекомых. Колодец вот этот вот. Трибуша. Отправиться... Тислава найти, отыскать Тислава внука Милевы. Ага, за руку ЦАП. А, дать кольцо. Пошлите, дадим кольцо. А, нет, мы с вами не дадим кольцо, потому что у меня... Потому что у меня тут сохраненка идет. Если я сейчас сделаю, то мы потеряем там некоторое количество древесины. Так что давайте дадим кольцо, заберем денежку. И на этом все. Так, кольцо мы должны отдать вон вот этому вот продавцу, где мы семена с вами покупали. Бонжур. День добрый. Доброго дня, путник. Не твой ли перстень? Ох, ну, дружил, с меня причитается. Конечно, вот причитается. Тебе ключик от хозяйского сундука в доме. Возьми, что понравится. А покажи мне свои товары, что у тебя есть. Да как же так-то? Ткань, да? Не справился. Давай ткани возьмем. Штучек 10, наверное, вот так. Все. А с помощью ткани мы сможем сделать перевязку. Вот так вот. Идем посмотрим, что ты мне тут можешь предложить. Ага, обманул? А, нет, вот он. Да, ты шо? Ага, красный камень. Хорошо. Отлично, красный камень. Навыки. Это то есть я могу...
Так, даю дополнительную ману и регенерацию. Добавляю 25 маны и одной регенерации. Давай попробуем тебя. Отсутствует нужный камень. А здесь? Ага, зелье еды. А здесь что у нас? Призывает мертвяка. Так, ты кто? Шанс на выпадение, увеличить здоровье. Все, здоровье увеличили. Ага, вызывает. Все, больше ничего нету, да? Мы с вами теперь увеличили свое здоровье, это хорошо. И можем теперь призывать какого-то мертвяка, я так понял. Все, теперь точно все. Всем давайте, ребятки, мур-мур, пока-пока. И да потом, пошел построить домик. А в следующей серии уже продолжим выполнять наши задания. Так что все, всем да потом. Домик-то я себе построил, но без крыши. Потому что у меня, к сожалению, нету вот это вот сток сена или что-то такое, видишь, справа. Так что, увы, построить я не могу. Так, давай зайдем, посмотрим, что у нас тут есть. Грядочки себе поставил. Чисто символически посадил туда овощи. Но там, по-моему, нужна лейка, чтобы поливать. Так, у меня тут стульчик. И ящики, в которых в сундуках я выложил все, что я с собой носил. Ну, оставил только для себя нужное. И теперь у меня 300 килограмм свободного места есть. Так что хорошо. Вот это, конечно, я не знаю насчет грядок. Нужно ли мне поливать их? И как их поливать, если честно, у меня лейки вроде и нету. Я лейку отдал, тогда был бабусе. Может, нужно пустое ведро взять и подойти к колодцам? Давай попробуем. У меня где-то здесь должно быть пустое ведро. Да еп. Вот это вот, оно не хочет взаимодействовать. Где у нас тут пустое ведро есть? Так, хлебушек, ага. Не тут. Вот пустое ведро. Давай попробуем взять его в руки. Мы сможем его взять? А мы не сможем, да, его взять никаким образом. Ну, ладно, если что, выкинем просто. Побежали к колодцу, посмотрим. И повыполняем сейчас с вами задание. Ну, попытаемся, по крайней мере. Блин, как же приятно, я когда персонажа своего прокачал, с монстрами разбираться. Так, бабуся, у тебя нет случайно? Здравствуй, привет. Милок. Случайно лейки нету никакой? Небо леечку, а у тебя нету, хорошо. У тебя точно, да, ее, наверное, не будет. Так, а колодец не работает? Ага, я могу только кисю погладить, да? Ну что, ребят, показать киску? Откуда ты? О, смотри, шикарно. Киску я вам показал. Нравится мне это дело, с деревом работать. Да, классно тебе. А у тебя лейки нету случайно, дерево? Походу нету, да? Ладно, на тебе ведро от меня. Подарок. Держи. Подходи, погляди на изделие. Угу. По-любому. Ну ладно, там саженцы пусть будут. Не знаю, может, после дождя они... Так, что нам нужно? Нам нужно по заданию. Давай смотреть. Журнал. Задачи. Насекомые. Поговорить с Тихомиром в Яре. А где этот Яр? Я пока без понятия. Колодец. Требуша. Отправить в Ялый Арк. Угу. Найти Теслава. Отыскать Теслава внука Милены. Камень силы. Попросил добыть камень силы из пещеры под водой. Главное не забыть с собой
кирку, добыть камень силы в пещере под водой. В какой пещере? Под какой водой? В какой именно пещере, под какой водой, кто мне скажет? Все пещеры, где я был, вы же видели, я их облутал. Может, я правильно, да, правильно думаешь, что не так делаю? Здорово, бандит. От кого прячешься? Не твое дело. Не ты ли, Тишка? Ну я, и что? Бабушка твоя тебя заждалась. Одна с огородом не управится. От нее прячешься, что ли? О, ни от кого я не прячусь. Сдался мне этот огород. Скоро я стану ратником. Буду ходить в походы. А с добычей куплю все со всех огородов. И тогда бабушке тоже ничего не надо будет делать. Вот. И куда же ты все это денешь? Оно же попортится в скором времени. Да и не съешь ты все. Поэтому-то и выращивать все приходится постоянно. А не один раз, да на всю жизнь, коли бы так можно было. Но мудры наши боги показывают внукам своим, что труд необходим. Ибо без труда портится человек, обрастает дурным мясом, глупеет, а то и вовсе того. Чего? А ничего. Возвращаться не надумал? Нет, я хочу быть дружинником, а не водоносом. А как ты броню носить будешь, коли ведра чураешься? В кольчуге да шлеме добротном, да еще меч да щит. Тут все три ведра полных выйдет. Да носить все это в походе не снимая. Потянешь? Нет. Что, прямо не снимая? А как же? Али хочешь удар пропустить смертельный неожиданно? Не хочу. То-то и оно. Занимаясь трудом, не сразу, конечно, но рано или поздно крепче станешь. А там и подумать о походах можно. Все равно не хочу. Видеть не могу уже эту репу да свеклу. Раз ты так твердо все решил, давай я тебе меч сделаю. Не настоящий, конечно. Деревянный. Будешь с ним ратное дело тренировать? Хочу. А сделаешь? Сделаю, сделаю. Только ты взамен пообещай, что не будешь бабушку свою больше прятками да утайками беспокоить, лады? О, я не прячусь. Ладно. Когда у меня будет меч, мне не придется сюда бегать и смотреть на других. Я сам все буду делать. Вот и договорились. А где мне тебе меч достать? Недоступно в этой версии. Ага, я не могу, да, в этой версии сделать ничего. То есть это чисто начало-начал. Блин, а мне осталось найти камень силы и по тропинке уйти в другую деревню. А опять же, в другую деревню я уйти не могу, потому что меня не пускает. Ну, сейчас вы посмотрите. О, здорово. А что ты тут забыл? Привет, родичам с большого пса. Здорово. О, ограничение раннего доступа. Я не могу туда пройти. И что мне делать? С волками сражаться. Не, брать не буду, мне это не надо. Ограничение раннего доступа. Ну все, меня в принципе никуда не пускает. Жалко, значит будет только вот эти вот пару серий. Это, наверное, будет последнее. Ну не знаю, игрушка мне реально понравилась.
Нужно сидеть ждать, да? Пока мясь. А ранний доступ откроет нам. Дальше по тропинке тоже не пройти, я так понимаю. Меня ж туда не пустят, да? Если я попробую переплыть. Наверное, меня сюда тоже никто не пустит. Или пустят. Ну, я думаю, можно побегать, поискать себе этот, как его, камень силы. Ну, давай, выплывай, выплывай. Выплывай, пошли, посмотрим. Ограничение раннего доступа. Вон там деревня, вон, видишь? Блин. Падла. Хочу туда. Угу. Ладно. Давай искать камень силы. Где он может быть, конечно. В какой пещере, под какой водой. Тут мы ныряли, тут была русалка у нас. Можешь опять к русалке сходить. Сходим к русалке, ребят. Ну, видите, не пускает. Я не знаю, что за ограничение раннего доступа. Но такое мне не нравится. Ну, все остальные квесты у меня идут на эту, на других участках земли. В пещере. В пещере. Камень бесконечности. Камень силы где-то надо найти. Блин, даже полноценная серия не получилась. Обидно. Что ты, зайка, лежишь все еще, да? Хоп. Хоп. Ла-лай-лай. Не у тебя ли случайно этот камушек силы, скажи, пожалуйста? А я с тобой тут останусь. Да йо. Ты вернулся. Да. Поведай, разузнал ли что с водицей? Нет, увы, не узнал. Не узнал. А есть ли у тебя тут камень силы? Скажи, пожалуйста. Ну, кроватка точно есть. Блин, может, здесь останемся? Угу. Ладно, плывем. Честно, без понятия, где-то пещера, и даже мне сейчас лень его смотреть, ну то есть в интернете посмотреть, где оно, куда и что. Так что давай искать пещеры, ну там мы и осматривались. Тут мы тоже спускались, помните, да? По-моему, мы тоже были. Я что, застрял?
Ну, как сюда попасть? Ну, игра, пусти меня. Как мне туда попасть? Угу, вот как, да? Или не? Я даже всплыть тут не могу. Божечки, какое управление неудобное. Какое неудобное управление. А как мне вот сюда попасть или никак? Ничего не вижу, хоть кто-то что-то видит. Так, ну там русалка была, хорошо, нам в эту сторону. Единственная пещера под водой, это вот, да? Или не? Игра, выручай. Дай мне ответ, правильно я делаю или нет? Блин, мне нужно постоянно держать Ctrl, чтобы он падал вниз. Вот это вот вообще неудобно. Реально неудобно. То есть на Ctrl погружение у него идет. Ага, в эту... Не могу, да? Не могу поднять ногу. Но здесь вроде ничего и нету. Честно, я без понятия, куда тут искать. Камень силы. Ну все, мы плыли полностью все. Если я не ошибаюсь. Уп. Там есть, конечно, пещера вот тут прям. Но она заколоченная. Она реально заколоченная. И пробить я ничем не могу. Вот. Ни топором, ни киркой ничем не могу, смотри. А других пещер я не знаю. Так ладно, давай, наверное, сейчас нажму на паузу. Попробую найти, где находится камень силы, посмотреть. А там уже разберемся, что и как. Так что не прощаюсь. Для вас придет буквально полсекундочки. Так, если честно, я не нашел, где находится эта пещера с этим камнем. Я искал, не нашел. Наверное, в принципе, на этом мы будем заканчивать. Игрушка мне понравилась. Плохо, что вот это вот ранний доступ. Что я дальше не могу по сюжету идти. Было бы неплохо. Но, что поделать. Как-то так. Так что, моя оценка игрушки, не знаю, там... Железная пятерочка, это точно. Ну, тут тоже нигде нету ни пещер, ничего, никого. В лес еще можно, конечно, сбегать вон туда, посмотреть, да-да, нет, тогда я эти 20 минут записи вставлю в предыдущее видео, наверное.
как-то сделаю как-то так. Ну, чтобы не выпускать на 20 минут вот эту вот серию. Так, побежали. Я же говорю, было бы реально прикольно, если можно было бы... Можно было бы... Ага. Ну, тут тоже, наверное, ничего нету. Можно было бы дальше бегать. Блин, мне аж захотелось Вальхельм поиграть. Вот побегал тут, реально захотелось прям аж построиться в Вальхельме. Но опять же, сейчас в Вальхельме, если залипнуть, то это будет очень долго и нудно. Нет, не хотелось бы. Угу. Ограничение раннего доступа. Ну и ладно. Не знаю, буду ли я играть ее, когда откроется. Наверное, не. Решать, в общем, вам, ребят. Мне игрушка зашла, не знаю, как вам. Так что все. Всем мур-мур, пока-пока. Пойду я искать что-нибудь еще на запись. Так что все. Всем удачи, ребят.